Началось? Всем привет, меня зовут Володя, это Хайков Угет ТВ, и сегодня мы находимся в городе Чебоксары. Как вы можете видеть, наконец-то нам предоставили довольно удобную гримерку, покажи. А можно взять у вас автограф? Привет, сейчас подождите, фанаты, вы же понимаете. Так, держи. Ну, спасибо. Вот. И сейчас мы возьмем интервью у группы Tell Me a Fairy Tale, которые выступили вот только сейчас, вышли горяченькие. Давай возьмем. Привет, привет. Скажи мне, как тебе... Кто это? Это... Парень слепой немножко. Привет, привет. БГ там, да. Так. Скажи, как тебе выступление? Гик? Да, как тебе выступление? Первая группа охуительная. Слишком много бутылок. Слишком много. А я воняю. А вот этого человека снимите. Привет. Привет. Как дела? Отлично. Он такой. Он просто. Я дал несколько автографов. Я заметил. Блять, погоди, тихо. Я заметил, он оценил, он очень добрый, поэтому привет, скажи мне, как вы... Я уже сказал, что как было очень клево, я дал несколько автографов, пофоткался с парочкой прикольных девчонок, все клево. Ну вы же понимаете, сны музыканта, они такие. Я могу и с Серегой, я могу и с тобой пофоткаться, Серега. Вот, а теперь возьмем интервью вокалиста. Тихо. Эй. Привет. Привет. Назови свое имя. Максим. Вот, Максим сегодня очень стесняется, но вы бы видели его на сцене, он развозил, да, вообще все, что можно. Да, нормально. Скажи, как у тебя все ощущения? Нормально, я только чуть-чуть устал. Вы видите, как он тянется к микрофону, он хочет его все ближе и ближе поднести, но это не беда, у нас впереди еще много городов, поэтому все будет. А вот, Серега, ты чего? О, ходит и выходит. Я хочу сказать, цензура. Ребята, это было просто очень как-то шахранско. Шахранско. Народу по-шахрански, но в целом он такой зажигательный. Пацанский шахранский народ. Девчонки, кстати, чувашки просто классные. Ты что вот про них можешь сказать сам? Я еще не чекал, мы сейчас пройдем и все выясним. Ты посмотри, там слева одна стояла, просто да? Вообще. Там есть у нее такие шахраны. Сейчас. Спасибо, он меня... Сейчас мы пойдем. Только для начала небольшая рекламная пауза. Пошли. Очень вкусное пиво, честно, чувашское очень вкусное. Так, а теперь мы пойдем в зал, чтобы взять интервью. Пошли. А его я боюсь, он страшный. О, привет. Пошли, да. У нас слишком мало времени, мы возьмем интервью у музыкантов потом, но сейчас, для начала, нам надо взять интервью у обычных зрителей. Поэтому вот сейчас мы подойдем, я уже вижу девушек, я уже приметил. Привет. Володя. Аня. Еще раз. Аня. Скажите, как вам концерт? Нравится. Отлично. Отлично, да? Вам все нравится? Как вам движуха? Да. Все круто? Все круто. Девочкам все нравится. Теперь мы спросим у парней. Я пока вижу, вот он сидит, вот. Привет. Здорово. Володя. Привет. Как тебе концерт? Супер. И все? Да, супер. А на кого ты пришел? На себя. Честно, я не знаю, кто это, но он говорит, что он пришел на себя. Лайнап, он не был мой. Пошли дальше. Ой, какие-то жесткие ребята, надо у них узнать. Привет, пацаны. Привет. Володя. Эдик. Володя. Володя. Скажите, как вам концерт? Да, охуенно, конечно. Мы приехали из Казани, на самом деле. У нас потихоньку раз, все тухнет. Раз, приходится раз, куда-то раз, выезжать, раз, в принципе. А вы знали, что мы приедем к вам в Казань? Безусловно, как бы мы смотрели, кто приезжает вообще. Да? То есть вы приехали из Казани сюда и еще сходите на нас в Казани? Что? Вы приехали сюда на нас, а потом еще в Казань придете? 12 числа, да, может быть. Ну, блядь, чувак, спасибо. Спасибо вам, спасибо, ребят. А теперь покажи сцену, вон там уже ребята, смотри, какие они красивенькие. Ай, прямо хочется залезть на сцену. Раз, два, три, раз. И потеребить этот галстучек. Раз.
Кстати, хочу обратить внимание, что сегодня специальное мероприятие, оно очень серьезное, и поэтому все гитарные комбики подзвучиваются радиомикрофонами, а вокалистам приходится петь в проводные. Поэтому... А, еще прыгать на сцене нельзя. Конечно, мы и так никогда не прыгаем, но ладно, вон. Я... А, вот, не, у этих девушек я уже видел. Пойдем дальше. Во, пацаны, привет, Володя. Здорово, Борис. Володя. Скажите, как вам пока концерт проходит? Нравится? Нормально, но больше ждаю панка. А то ты? Же самое. А кого вы ждете? Игрушки. Игрушки? Я видел игрушек. Еще вчера, и позавчера видел. И позавчера. Везуха, вот нам не удается. Вы видите, некоторые жалеют, что их видели, а некоторые, наоборот, радуются. Спасибо вам. Вот, привет. Тебя я знаю. Он фоткал нас сегодня с флагом. Так, давай теперь Володя. Андрей. Володя. Саш. Володя. Борис. Скажите, что вы пока думаете о том, что происходит здесь? Я думаю... Ты не стесняйся, все хорошо. Я думаю, ничего, так нормально, и все еще впереди. Ну, вот сейчас вот пляж будет выступать, потом игрушки, мы же все на них пришли, да? Нет. Чего? Куда? Куда я попал? Я не туда попал. Да вы тоже, да, на игрушки? Я нет, не на игрушки. О, ты... Что ты сказал? Что ты сказал? Еще? Я не на них. А? Не на них. Я честно не понимаю, что он говорит, но будем я верить, что он говорит что-то правильно. Я пришел Фриз не послушать. Кого? Фриз. Это что? Первые ребята, которые выступали. Но... Наши мясо. Да? Да, Фриз молодцы. Так получилось, что мы их не видели. Но Жалко, да. Ну ладно. Спасибо вам, ребята, за то, что дали свое мнение, дали интервью. Всего хорошего. Увидимся. Вот еще. А пока вы не заметили, что я сзади вас? А мы заметили. А, да? Ну ладно. Привет, меня зовут Володя. Никита. Привет. А как тебя зовут? Даша. Даша, вот. Володя. Ангелина. Володя. Ну что? Девочка очень стеснительная, видимо. Ты не стесняйся. Все хорошо, мы тебя в обиду не дадим. Вот. Скажите, как вам... Куда ты ушла? Иди сюда. Ну иди сюда, не бойся. Да, ну, это никуда дальше немецких сайтов не уйдет. Так, скажи, пожалуйста, как тебе концерт пока? Очень классно. Стесняйся, ведь все клево, да? Все клево. Все клево. Дай мне, пожалуйста. Вы сегодня так выступили, я просто обалдел. Это было незабываемое шоу. Как вам это удается? Расскажи, да, пожалуйста. Скажи, как ты так хорошо поешь. Ну ладно, не будем стеснять девушку. Спасибо. И мы счастливы! Спасибо. С вами был Хайкоу Фогет ТВ. Увидимся!